Всю возможную помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, продолжают оказывать жители еврейской автономной области. Так и Светлана Михайлова изготавливает сублимированные суповые наборы, которые отсылает нашим бойцам. Я посмотрела эту идею, честно, в группе в Амурской области. Вот, они там делали для ребят супы, то есть меня эта идея заинтересовала. Тем более была как бы такая ранняя весна у нас. И как бы мальчишки по тем непролазным дорогам не всегда могли выехать в магазин и купить себе что-то покушать. Начала Светлана вдвоем с единомышленницей. Со временем к ним присоединились и другие неравнодушные жители региона. Так в итоге сформировалась волонтерская группа «Сухие борщи для своих». Подключилась к движению и мэрия Биробиджана. В рамках сельхозярмарки, которая сейчас проходит в областном центре, активистам выделили отдельное место, куда участники ярмарки и все желающие могут передать продукты, овощи и другие ингредиенты для изготовления супов. Участники ярмарки приняли единогласное решение организовать такую поддержку и оказать посильную помощь. У нас было на 55-м месте выделено специальное такое место, были организованы поддоны. И участники ярмарки приносят картофель, свеклу, морковь, капусту, соленые огурцы, сладкий перец для того, чтобы активные женщины, активные граждане изготовили сухие супы, борщи, рассольники, куриные супы и отправили это все нашим ребятам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Жители области проявили большой интерес и желание помочь в сборе продуктов. Потому еще раз провести такую акцию планируют в конце октября. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.